О причинах поражения украинской армии, в том числе и в районе Дебальцево, пишет лондонское издание Sunday Times. В первую очередь, это плохое командование. Плохое настолько, что ставит под угрозу жизни солдат. Это мнение бывшего британского военного, который занимался обучением силовиков, воюющих на юго-востоке Украины. Газета сообщает лишь его позывной «Шафран». По словам этого человека, офицеры путают тактику со стратегией, начинают атаки без явных причин и не предупреждая друг друга. 40-летний британец украинского происхождения ранее служил в Афганистане и на Ближнем Востоке. Он заявил изданию, цитирую, «Было ясно, Дебальцево станет катастрофой для Украины. Военное руководство и их политические боссы просто наблюдали за происходящим в режиме замедленной съемки». Конец цитаты. Ну еще, по его словам, многие украинские силовики гибнут из-за дружественного огня. Ну а кроме прочего, не хотят ничему учиться. 6 из 10 украинских добровольцев гибнут из-за стрельбы по своим или из-за неумения обращаться с оружием. Я пытался обучать их чему-нибудь, а они заявляли, кто ты, чтобы учить меня. Я бросал коктейли Молотова во время Майдана.